Мне пришлось сегодня выдержать большой бой, чтобы сохранить за вами ваши места, мистер Брукс. Ваша дама опаздывает. Боюсь, что она совсем не придет. Я, признаться, очень удивился, когда вы захотели меня видеть. Это, пожалуй, первая наша встреча, которая состоится по вашему желанию. Вы совершенно не изменились с тех пор. Да, только синяки, которыми наградил меня ваш муж, прошли. Он по-прежнему ревнив. По-прежнему без оснований. Да, конечно. Я, признаться, очень рискую, встречаясь с вами. Он стал понемногу забывать о вас. Зато я никогда не забываю вас. Я остался вашим верным и безнадежным поклонником. Как видите, даже не женился. Хотя давно не питаю никаких надежд. Но какой же счастливый случай заставил вас вспомнить про меня? Я скажу вам, Бадди. А как поживает ваш отец? По-прежнему ворочает делами, с сенаторами, законопроектами, творит историю. Но предпочитает оставаться в тени за кулисами. И поэтому значит больше всех официальных лиц. Они меняются, он остается. Ну что вам до него? Вы по-прежнему очаровательны. Все та же загадочная улыбка. Джоконда. Чтобы я дал, чтобы разгадать вас. Знаете что? Бежим, Фейс. Бежим отсюда. От вашего мужа, от моей блестящей карьеры, от всего. Куда-нибудь на уединенный остров в Тихом океане. Где мы будем совсем одни. Бадди, вы помните, сказали мне однажды, если вам когда-нибудь что-нибудь понадобится, я всегда все сделаю для вас. Конечно, помню, безусловно, сделаю. Я получила повестку в комиссию по расследованию. И должна быть там завтра в 11 часов утра. Я хотела просить вас переговорить с вашим отцом, чтобы он принял меня сегодня. Вас в комиссию? Ну, это какое-то недоразумение. И я так думаю. И тем не менее, я обязана туда явиться. А это уже несмываемое пятно, чем бы это ни кончилось. У меня большая надежда на вашего отца. Он один может отложить этот вызов, пока все выяснится. Я очень прошу вас, Бадди. Бадди, это не терпит ни минуты. Хорошо. Я позвоню ему. Но я могу его не застать. Он отчитал меня, сказал, что это вне сферы его деятельности, но все же согласился принять вас. Вы можете сейчас же приехать к нему, я провожу вас. Я вижу, разговор с отцом вас огорчил еще больше, чем со мной. Мне что-то не верится, чтобы он взялся за это дело. Бадди, а я не очень осложнила вам жизнь. Я не защищал вас.
Я только устраивал свидание. На больше я и не рассчитывала. Но ведь я выполнил свое обещание, Фейс. Да. Благодарю вас. Но я, пожалуй, не воспользуюсь вашей любезностью.